В Алматы в одном из мусорных баков был найден новорожденный малыш. Страшную находку обнаружил мужчина в 7 часов утра в районе пересечения улиц Толиби и Байтурсынова. У младенца не была перевязана пуповина. Ребенка, пролежавшего несколько часов на холоде, спасти не удалось. Он скончался в тот же день в больнице. Следственно-оперативная группа УВД Алмалинского района за короткое время установила личность роженицы. Ею оказалась молодая девушка 96-го года рождения, студентка второго курса одного из вузов города. Мамочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Предположительно, она рожала, будучи одна в комнате общежития. Как пояснила девушка, после родов она решила избавиться от ребенка, положила его в пакет и отнесла в мусорный контейнер неподалеку. Состояние роженицы нормализовалось, стабилизировалось. В ближайшее время будет решен вопрос о ее выписке, об ее выписке и передаче органам досудебного расследования для проведения всех необходимых процессуальных действий. Между тем, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 119 Уголовного кодекса Республики Казахстан, квалифицируется как оставление в опасности, повлекшее смерть новорожденного.